Я хочу убить своих родных. Я никогда не была так счастлива. Тренер, девочки из команды, Карл, все меня любят. У нас с ним все супер. Почему ты остановилась? В моей комнате кто-то есть. Можете ко мне не заходить? Ночью я вдруг проснулась, и рядом была какая-то женщина. Все это меня дико пугает. У тети Дайен все тоже началось со снов. Это проклятие семьи Борден? Ей было 16, а ты на год старше. Она убила своего ребенка. Заболевание впервые дает о себе знать в подростковом возрасте. Симптомы включают раздвоение личности. Вас не существует. Вспышки гнева и насилия. Слуховые галлюцинации. Я не свихнулась. Я знаю, что с тобой происходит. Ты не можешь избавиться от темных мыслей. Надеюсь, ты здесь гниешь. Это ты здесь гниешь! Я сама не справлюсь. Я никому не дам причинить тебе боль. Я твой союзник. Надо что-то делать. Причем срочно. Звони спасателям. Не надо этого делать. Ну же, Эм, ответь! Ответь! Одержимость. Проклятие Лиззи Борден. Кино с 27 апреля.